Внимание! Участники МММ-2011, информируем вас о том, что сегодня на Сергея Пантелеевича Мавроди наложен административный арест сроком на 5 суток на основании протокола об административном правонарушении в том, что он не оплатил административный штраф в размере 1000 рублей. Поэтому в соответствии с пунктом правил номер 22 автоматически вводится режим спокойствия. Цитата из пункта правил. При внезапном и неожиданном исчезновении связи со мной, скажем, моего внезапного ареста или задержания, режим спокойствия вводится автоматически. После восстановления со мной связи через адвоката, к примеру, я лично дам дальнейшие указания, как действовать дальше.